2559. То есть переменных очень много. Для того, чтобы запустить логистическую регрессию, чтобы она автоматически отбирала значимые предикторы из этого огромного множества, потому что, очевидно, вручную отбирать их это очень долго. Есть два варианта: либо пошаговое добавление предикторов, либо пошаговое исключение. Поскольку конечной целью данных видео является рассмотрение деревьев классификации, а все деревья классификации предполагают пошаговое добавление предикторов, то и здесь для сравнимости мы должны воспользоваться пошаговым добавлением предикторов. Кроме того, процедура пошагового добавления предикторов требует от машины меньше вычислительных ресурсов, чем пошаговое исключение. Я проверил, что если воспользоваться процедурой пошагового исключения, то, к сожалению, логистическая регрессия не сойдется на данных предикторах. Их слишком много. Процедуры запуска логистической регрессии вы можете посмотреть в соответствующем разделе моего сайта. А мы сейчас сразу обращаемся к результатам работы этой регрессии. Машина произвела 12 шагов, то есть включено 12 переменных. На первом шаге классифицирующая способность была выражена вот такой таблицей, на 12 шаге вот такой таблицей. Таким образом, все-таки какую-то долю людей с активным политическим участием удалось спрогнозировать посредством логистической модели. Переменные, которые позволяют прогнозировать, представлены в этом списке. Например, сильнее всего повышает вероятность участия активного политического, низкая степень политического интереса, высокая частота сравнительно просмотра ТВ и молодой возраст. Больше всего в минус работает высокий доход, молодой возраст и принадлежность к мужскому полу. Ну, как ни странно, но вот так. На данных ЕСС 2012 года по России. Прошу прощения, не заметил еще один предиктор, который еще сильнее влияет в плюс. Это недоверие власти, высокий интерес